Более 3 миллионов человек уже стали зрителями шоу «Баронетты» в 25 городах России. Проект, завоевавший более 20 международных наград, теперь и в Сочи. Гея Эрадзе привез шоу на побережье, дополнив его 2 новыми номерами, подготовленными специально для курорта. Первый – это «Журавли», обновленная версия воздушного полета из советского цирка. Второй – «Золотые рыбки». Манеж превращается в гигантский аквариум. Гимнастки попадают в сети и под куполом цирка выполняют головокружительные трюки. Номер готовил я специально для Сочи, потому что это морская тематика, это рыбки, это какие-то морские обитатели, это вода, это корабль. Неповторимый стиль Геи Эрадзе читается в каждом номере. В манеже 120 артистов в шикарных костюмах. Трюки на грани фантастики. Вот Татьяна Махортова в образе невесты грациозно вращает 40 хула-хупов, балансируя на шаре. А это победители «Минуты славы» – силовые акробаты братья Варданян. Шахматные короли исполняют уникальный трюк – стойку на кинжалах. Шоу «Баронетты» – это и новое слово в дрессуре. Медведи скачут верхом на коне, а хрупкие девушки демонстрируют искусство джигитовки на бешеной скорости. Уникален аттракцион Людмилы Сурковой. Принцесса цирка отважно входит в клетку с 11 хищниками. Трюк, допустим, с качелями, его исполнила Ирина Бугримова. Конечно, этот трюк нужно сохранить. И есть, конечно, трюки, которые не повторяет в мире вообще никто. То есть тигры на крутящихся тумбах с фонтанами – это наша идея, это мы воплотили. В перерывах между номерами зрителей развлекает дуэт клоунов «Долли и Домино». Трехчасовое шоу смотрится на одном дыхании. Очень люблю продюсерский центр Геи Эрадзе. Все его программы просто потрясающие. В Питере мы смотрели «Бурлеск», но это еще круче. Костюмы потрясающие, сценарий, режиссура. Гея Эрадзе – это сверхчеловек в моем понимании. Номера все продуманы до мельчайших подробностей, но вот получаю массу удовольствия. В финале представления на манеже артисты появляются под песню в исполнении Филиппа Киркорова, записанную специально для шоу «Баронетты». Премьера в Сочи прошла при полном аншлаге. Зрители аплодировали стоя. Новое шоу в сочинском цирке можно увидеть до конца лета. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».